Всем добрый день. Сегодня 9 марта 2024 года, суббота, город Харьков, на улице плюс 3. Сейчас на улице солнечный день с ветром и без осадков. Солнышко сегодня встало в 6:01, зайдет солнышко в 17:31, долгота дня сегодня 11:30. Сегодня днем будет такая же температура воздуха, вечером и ночью похолодает до минус 3, будет без осадков, ветер 3 метра в секунду, влажность 60%. Всем привет, дорогие друзья! Погоду вы нашу увидели. Да, у нас солнечный денек. Сегодня ветерок такой есть, прохладный, даже, можно сказать, морозный. И не ощущается пока весна, так, ну, издалека где-то, может быть. Вот. Сегодня я немножко позже снимаю видео. Мы с мужем решили сходить на соседний поселок, кое-что купить. Вот, потому что надо... То закончилось, и пришли. И это было с утра. Вот. Но пока то надо что-то приготовить. Но готовку я вам чуть позже покажу, что собираюсь я делать. Вернее, мы вдвоем с Андрюшкой собираемся делать, потому что надо готовить первое. Супы — это, конечно, все здорово и замечательно, но супами сильно не наедаешься. Так что будем готовить борщок. Собирали все, что у нас было, и вот он варится уже, так скажем. Ну что, показываю. Сегодня мы решили с мужем сварить борща. Давно не ели, то были супы, но супы — это все не то. Сделали мы бульон такой, уже вытащила я сваренное и туда положила картошечку. А здесь на сковородочке у меня жарится морковочка, бурячок с морозилки я достала. И нарезали мы пару луковичек. Но потом сюда добавлю томатную пасту. Алина сидит на уроках. Ну как на уроках? За уроками. Сегодня суббота, сегодня выходной день. Вот. И потихонечку делает то, что может. Помогу, конечно, ей, потому что я вот это, за эти 3 дня я выпала вообще из обоймы полностью. Но ничего, я восстановлюсь, потихонечку все будет нормально. Вот, ну и пока, ну так, потихонечку занимаемся уборкой. Поэтому сегодня я вам всем желаю вот такого хорошего, классного дня. Ну, правда, без ветра. Лучше вообще, чтобы оно было просто солнечным днем. И, конечно, мы ждем тепла. Но тепла пока к нам сильно не приходит. Ночами к нам приходят только морозы. Поэтому желаю только всем ранней весны, чтобы хоть как-то она радовала. Вот, мира, добра, позитива, всего хорошего. И всем пока, до завтра.